Мама, что это такое? Вика, ты у меня вчера 500 рублей выиграла? Выиграла. Давай так, если ты не решишь эту задачу, ты мне эти 500 рублей возвращаешь. Нет, мам, давай, если я решу эту задачу, ты мне еще 500 рублей дашь. Так, ну давай. 500 рублей. 500 рублей. Смотри, 5 квадратов. Да. Переложи две спички так, чтобы получилось ровные 4 квадрата. Наверное, ты не знаешь. Сложная задача. Но какие две спички нужно переставить, чтобы получилось 4 квадрата? Так. Моя! Мам, видишь уравнение? Вижу. Оно неправильное. Ну да, 8 плюс 8 равно 91. Это неверно. Спорим на 500 рублей, что ты не сделаешь его правильно. Да, спорим. Так. Нет, это вообще нереально. Нереально? Ну, я не знаю, что нужно переставить, чтобы оно было верным. Ну, давай, я сдаюсь. 16, 8 плюс 8. Вика. Чипсы будут твоими, если решишь логическую задачу. Смотри, 3 минус 7 равно 4. Переставь одну спичку так, чтобы пример стал верным. Мои чипсы! Вика, смотри, что я купила себе. А со мной поделиться? Много сладкого есть вредно. Ну, мам! Да ладно, шучу. Вик, я с тобой обязательно поделюсь, но сначала реши логическую задачу. 3 квадрата. Переставь 2 спички так, чтобы получилось 2. Раз. 2. Мое. Вика, поделиться, а не забрать. Вика, 500 рублей будут твоими, если отгадаешь логическую задачу. Смотри, 3 плюс 9 равно 9. Неверно? Нет. Переставь одну спичку так, чтобы задача встала верной. Нет. 3 плюс 8 минус 9? Нет. Шесть! 500 рублей! Вика! Вик, смотри, здесь уравнение, оно неверное. Переставь одну спичку так, чтобы уравнение стало верным. И за это ты получишь 500 рублей. Как это легко. Пока! Да ладно! Вика, у меня для тебя маленький сюрприз. Он у меня за спиной. Но реши, пожалуйста, задачу, и тогда ты его получишь. Смотри. 9 минус 4 равно 2. Это же неверно? Нет, неверно. Переставь одну спичку так, чтобы получилось верно. Мам, это же изи. Пип! Елочка! Ой, Вика, что-то здесь не так. Вика, у меня для тебя подарок. Получишь его, если решишь задачу. Смотри, 6 плюс 3 равно 17. Добавь 2 спички, чтобы получить верное равенство. Нет. 8 плюс 9 равно 18. Верно! Вика, 1000 будет твоя, если решишь задачу. 3 плюс 9 равно 9, правильно? Нет. Нет, неправильно. Переставь одну спичку так, чтобы было правильно. Это что за Новый год у тебя? Вика, 500 рублей будут твои, если решишь пример. 8 минус 2 равно 1. Равно же 6. 6, но тут не 6. Переставь одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. 500 рублей! Вика, у меня для тебя подарок. Он в коробке. Получишь ты его после того, как решишь логическую задачу. Смотри, здесь много треугольников. Убери 5 спичек, чтобы осталось 5 одинаковых треугольников. 5 одинаковых, ты понимаешь? Да. Да? Гуся не упадет там у тебя? Нет. Нет? К
Кстати, сюрприз, она давно-давно его хотела. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Открываем? Да. Бабка и конфетки! Я мечтала! Что, одеваем? Чуть Бусю не уронила. Ну. Вау! Кисуня! Вика, шоколадку хочешь? Да, хочу. Тогда реши простую головоломку. Убери две спички, чтобы осталось три квадрата. Так. Вот. Раз, два, три. Моя шоколадка. Поделишься? Нет. Вика, 1000 будет твоя, если решишь логическую задачу. 9 - 2 = 7. Но тут 5. Переставь одну спичку, чтобы все было верно. Вот. 3 + 2 = 5. Мои 1000. Вика, вкусные конфетки будут твоими, если решишь простую задачу. 6 + 6 = 6, правильно? Нет. Нет, переставь одну спичку так, чтобы было правильно. 6 + 0 = 6. Мои конфетки. Вика, вкусная кока-кола будет твоя, если решишь логическую задачу. Видишь домик? Вижу. Он состоит из квадрата и треугольника. Переставь две спички так, чтобы получилось 5 квадратов. Так. Держи. Мам, я не хочу пить сама. Вика, хочешь новенький купить? Да. Переложи две спички так, чтобы рыбка плыла в другую сторону. Ну нет, это теперь лягушка какая-то, неправильно. Да, мам, давай, это думай. Нереально. Да реально, две спички переложи, она у тебя поплывет в другую сторону. Неважно в какую.